Мы находимся в городе Армавир, в известной армавирской школе дзюдо и самбо, руководителем которой является Рудольф Бабаян. И сейчас мы находимся на тренировке, которую ведет Ирван Рубицян. И мы здесь провели небольшой наш урок. И сейчас ребята заканчивают тренировку и проводят рандори. И давайте посмотрим, как они это делают. Армавирской школе на тренировке у Ирвана Рубицяна. И до новых встреч!